И всем привет, мои дорогие друзья, с вами я, Виктор Штейн, и я вернулся вновь, чтобы заснять видео с голосом. Ура! Ну и сегодня я решил наконец-то выполнить просьбу Boyfriend 24K. Любит он играть в Chicken Gun, посмотрим его описание. Привет, меня зовут Boyfriend 24K, мне 11 лет. Я живу в России. Пожалуйста, подпишись. Подпишись на канал, прошу тебя. 230 тысяч, это неплохой результат, кстати, для ютубера, как он. Что у него есть в сообществе? У него очень много информации про сообщество. Вышла обнова, приватки и так далее. Но он попросил меня, чтобы я отреагировал на его короткие видео, а точнее шорцы. Давайте кратенько. Я прореагирую 10 видюшек его, а дальше подведем итог. Потом я постараюсь заснять какую-нибудь игру. Только я сам выберу, какую игру. Просто самому хочется проверить, как и насколько я снимаю. Главное, надо вспомнить, как я снимаю. Давно что-то я с голосом не снимал. Ну, в общем, если вам понравится этот видеоролик, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну и не забывайте также нажать на колокольчик, динь-динь, чтобы не пропускать мои новые видосы. Для меня это будет самой приятной поддержкой, которую вы можете мне только дать. А мы, пожалуй, начнем без промедления. Погнали, друзья. Давайте посмотрим его самые популярные YouTube-шорцы. А, большую часть из них я смотрел. Поэтому мы начнем с самых начальных. Ну что ж, начнем с первого. 411 просмотров. Итак, что тут? Нифига себе! Он завалил какого-то тролля. С одного выстрела. Это называется... Мистер Бомбастик, блин. Угарным. Так. Ну, в общем, это смешное видео. Начало неплохое. Итак. 1700 с чем-то просмотров. Посмотрим, что здесь. Будем кататься на тележке. Скрыть. Полетел куропатка. Конечно, тут есть излишние маты, но все равно же излишние есть парочка матов, но все же. Видео тоже нормальное. Будем кататься на телеске. Смешной. 885 просмотров, где лето уже началось. Да, кстати, ребята, лето уже началось. Отдыхаем по максимуму. До лета осталось 40 дней. А, лето уже началось. Да. На мне, ну-ка, лето началось. А. Я немного понял интерфейс, но над монтажом немного надо поработать, друзья. Итак, четвертое видео. 1300 с чем-то просмотров. У него шорцы скачут по просмотрам. Неплохо, кстати, для любителя чикенгана, в общем. Давайте посмотрим. Уи, вот это существо. Разрыв на качелях. К чертям избил эту курицу. Страшная курица идет по дороге, а его нахрен сбивает качеля. Да. Качеля-убийца. 1500 просмотров. С чем-то просмотров. Посмотрим. Мама съела телефон? Холодильник съел маму?
Что? Туалет съел холодильник? Что? Туалет смылся с дома? Что? Мама съела мой телефон? Это так жестко. Холодильник съел маму? Холодильник съел маму, как так? Туалет съел холодильник? Это невозможно. Туалет смылся с дома? Туалет смылся с дома? С дома. 1200 с чем-то просмотров, друзья. Над шорцем, где стоит здание. Посмотрим. Туда-сюда, 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 туда-сюда. Я немного не понял, конечно. Я реально не понимаю. Это считалочка? Я не понимаю, в чем смысл этой считалочки. Я пошел прямо или направо. 2200 с чем-то просмотров, друзья. Погнали посмотрим. Когда я в школе, а учитель... Неплохо. Так. Восьмое видео. 1400 с чем-то просмотров. Летающие унитазы. Это интересно. Засосала. Это просто хочется смотреть вечно. Но не надо. Нежелательно. 1700 с чем-то просмотров в зомби-курицах. Ну-ка глянем. Чем бы заняться? О, черт, зомби, отстань. Фух. А, что ты теперь сделаешь? Есть чем заняться. Чем бы заняться? О, черт, зомби, отстань. Фух. А, что ты теперь у вас сделаешь? Было такое, что зомби много? Чем бы заняться? О, черт. Ответ на видео. Да, было дело. Столкнулся с 5. Нет, 6. Их было 50. Нет, лучше сотня. Ладно, последнее на сегодня видео. Давайте самое большое. К примеру, из популярных найду. 12000 про школьный автобус. Маленький мальчик мину нашел. Взял ее в сумку, в автобус зашел. Люди на мальчика глянули косо. Дальше поехали только колеса. Хорош. Маленький мальчик мину нашел. Взял ее в сумку, в автобус зашел. Люди на мальчика глянули косо. Дальше поехали только колеса. Да. Маленький мальчик. Да-да-да, я с ним согласен. Взял ее в сумку, в автобус зашел. Люди на мальчика глянули косо. Дальше поехали только колеса. Поехали колеса. Маленький мальчик мину нашел. Взял ее в сумку. Хорошее у него видео. Популярити, что? Ну, в общем, давайте я подведу итог сегодняшнего видео. Итак, видео с голосом я практически разучился снимать, как практически запинаясь во всяких местах. Ну, я постараюсь немного внаживиться и снова вспомнить, как все это. Ладно, мне кто-то написал. Я потом отвечу. Ну, в общем, итак. В следующем видео с голосом я попробую как-нибудь заснять какую-нибудь игрушку. Поищу какую-нибудь игрушку, которую поиграть. Ну, или я поищу какую-нибудь игрушку здесь. О, видели рожу? Squidward Tentacles. Кстати, это версия Сквидварда из Friday Night Funkin's SpongeBob Paradise. Paradise, да.
Есть у меня вот такие вот игрушки. К примеру, Cats, Hungry Shark, первая часть Соника, GTA San Andreas, Fansate. Ну или, если как повезет, то поищу что-нибудь еще. Также у меня есть Шедеврум. Да, вы, наверное, поняли. Шедеврум — это такая нейросеть, которая генерирует ваши картинки по вашему запросу. Например, напишите «Луна с лицом». Он сгенерирует. «Помидор в виде сердца?» — пожалуйста. «Сундук с пельменями?» — да, без проблем. Кстати, советую скачать. Очень-очень крутая и интересная штуковина. Это Шедеврум. Прям вообще лайк однозначно. Как и под этим видео, желательно. Да, сейчас на моих часах 22:08. Без чего-то там... Ладно, считать лень. Ну, в общем, на следующем видео с голосом я попробую заснять какую-нибудь игру. А на этом пока что, друзья, мой видеоролик подходит к концу. Но если вам все же понравилось это видео, то тогда советую вам поставить лайк, подписаться на мой канал. Ну и не забудьте также нажать на колокольчик. Динь-динь, чтобы не пропускать мои новые видосы. И, ребят, до 500 подписчиков осталось всего только двое. Давайте добьем их. Еще двух подписчиков, и я стану имеющим человеком. Счастливым просто. Счастливым человеком, который имеет 500 подписчиков, 500 друзей. Ладно уж. Надеюсь, вы будете ждать нового видео с голосом, где я прохожу какую-нибудь игру. Надеюсь, я в следующем видео с голосом попробую пройти какую-нибудь игрушку из Fansade. Или поиграть немного в Hungry Shark. Или попроходить миссии в GTA San Andreas. Или попроходить разные квесты из Cats. Ну или Sonic. О, он из одноклассников тоже пишет. Короче, вагон всяких дел. Ну, в общем, друзья, всем удачи и всем пока. До следующего видеоролика. Обожаю каждого подписчика до единого. Адьос, амбренас.